В преддверии Дня учителя в детском оздоровительном лагере «Ровесник» состоялся слет молодых педагогов. Проводится он по инициативе Управления образования Славянского района. Его основная цель – помочь молодым учителям справиться с первыми проблемами работы в школе, обменяться опытом преподавательской деятельности, обсудить профессиональные вопросы, совместными усилиями найти на них ответы. Подробнее в следующем материале выпуска. Слет молодых педагогов в нашем районе стал уже традиционным и проводится уже в 11-й раз. Он дает возможность учителям, стаж работы которых совсем небольшой, раскрыть свой творческий потенциал, познакомиться с коллегами из других районов, проявить таланты и научиться чему-то новому. Я очень рада, что сегодня, несмотря на всякие погодные явления, вы сегодня к нам приехали. Вот здесь стоите красивые молодые, молодые надежды на успех. Конечно, победа. Но победа уже в том, что вы здесь сегодня. Это уже победа. А вот в тех конкурсах, тем сегодня в тех мероприятиях, В этом году в слете приняло участие 60 молодых педагогов из близлежащих районов – Крымского, Темрюкского, Абинского, Красноармейского, Славянского и города-героя Новороссийска. Перед началом творческих состязаний команды поприветствовали друг друга. Программа слета в этом году, как всегда, была насыщенной и, что немаловажно, интересной. День молодых педагогов был расписан буквально по минутам. Началась встреча, как и полагается, со знакомства друг с другом. Команды представили визитные карточки, в которых рассказали о себе и о своей профессии. Наша команда! Авантюристы! Наш девиз! Работаем за идею, а не за деньги! После участники соревновались в различных конкурсах, участвовали в тематических станциях, обсуждали важные вопросы современного образования. Были в программе и спортивные соревнования. Организаторы создали все условия для раскрытия творческого потенциала молодых специалистов, чтобы каждый мог познакомиться с новыми людьми, проявить свой талант, научиться чему-то новому. Лучшей по итогам слета стала команда Темрюкского района. На втором месте – Новороссийск и Крымск. На третьем – педагоги Славянского района. Анна Монастыренко, Дмитрий Волошин. Программа «События».